Подписывайтесь на канал Буддистка Кэт. Катя из Минска, живущая в Индии, снимает видео о своей жизни, делится опытом, советами и мыслями. Она покажет вам реальную Индию и расскажет вам об этой прекрасной стране. Хотите пуститься в путешествие по Индии? Подписывайтесь на канал. Ссылка на него в описании под этим видео. Лара Датта победила в конкурсе красоты в 2000 году. Лара Датта и Махеш Бхупати встречались в течение нескольких лет, чтобы узнать друг друга, и, наконец, поженились 16 февраля 2011 года в простой гражданской церемонии. Через 4 дня, 20 февраля 2011 года, пара снова обвенчалась в христианской белой свадьбе и устроила гламурную вечеринку для своих гостей. Через год после свадьбы, 20 января 2012 года, Лара Датта и Махеш Бхупати стали гордыми родителями Сайры Бхупати. Айшвария Рай победила в 1994 году. После того, как она выиграла титул «Мисс Мира», Айшвария Рай уже не оглядывалась назад. Будучи одной из самых великолепных и талантливых актрис Болливуда, она, естественно, была связана со многими ведущими мужчинами из этой индустрии. Но она нашла своего мужчину и партнера по душе в Абхишеке Бачане. Это было в 2006-2007 годах, когда они провели много времени вместе во время съемок фильма «Умрау Джан», «Гуру» и «Тхум 2». Именно тогда Купидон ударил между ними, и они поженились 20 апреля 2007 года. Затем Айшвария Рай стала Айшвария Рай Бачан. Сегодня они являются родителями своей симпатичной доченьки Аратхи Бачан. Приянка Чопра победила в 2000 году. Приянка стала мисс мира, а затем у нее был прямой вход в Болливуд. С тех пор она снялась во многих болливудских фильмах. В 2017 году Приянка начала встречаться с американским певцом Ником Джонасом, за которого вышла замуж. Сангита Бинджлани победила в 1980 году. Широко известная своими отношениями с Салман Ханом, Сангита Бинджлани выиграла титул «Мисс Индия». После этого она вошла в киноиндустрию хинди и снялась более чем в дюжине фильмов. После того, как она рассталась с Салманом, Сангита нашла любовь в бывшем индийском игроке в крикет Мохаммеде Асхарудине. И 14 ноября 1996 года они поженились. Однако 14 лет спустя, в 2000 году, Сангита и Асхар развелись из-за романа последнего. Индийская актриса, кинопродюсер и совладельца команды Джухи Чавла выиграла титул «Мисс Индия» в 1984 году. Она дебютировала в Болливуде 4 года спустя, в 1988 году. С тех пор Джухи снялась более чем в 50 фильмах. В 1995 году Джухи вышла замуж за промышленника Джея Мехта, который является владельцем Мехта Групп. У них двое детей – дочь Джанви и сын Арджун. Сушмита Сен. Сушмита – победительница конкурса «Мисс Вселенная» в 1994 году. Она помешана на фитнесе, а также хороший человек. Она усыновила двух девочек и является любящей матерью для них. Дия Мирза имеет титул «Мисс Азиатско-Тихоокеанский регион» 2000 года. Дия – модель и актриса. Она снималась в таких рекламных роликах, как «Чай Липтон», «Эмами», «Мороженое Уола» и многих других. Она также продюсировала фильм «Любовные расставания» в 2011 году. Мирза и Сахиль Санха, бизнесмен, поженились в 2014 году. Зинат Аман. Зинат родилась в 1951 году. Она выиграла титул «Мисс Индия» в 1970 году. За свои годы она снялась в нескольких хитовых фильмах. Мандаки. Настоящее имя Ясмин Джозеф. Родилась в 1967 году, хотя точной даты рождения актрисы не знает и никто. И эта дата лишь одна из официальных. В 1985 году на всеиндийском конкурсе красоты королевой стала никому тогда еще неизвестная Ясмин Джозеф, пленив жюри и зрителей небесным взглядом и нежной улыбкой. И тогда случилось то, что часто случается в лоне индийской кинематографии. Победительницу заметили и пригласили сниматься. В 1990 году Мандакини вышла замуж за врача тибетской медицины Кагьюра Ринпоша Тхакура. У них двое детей – мальчик и девочка.